мы только поехали, это было в 73-м году, 3 июля. Вот это, да? Да. Там где-то до Новгорода доехали. А, это мы с электричкой сидим. Мы доехали до Дубани, а потом до Новгорода, до Новгорода. Смотрите, какая там, напишу, тут барок. На речушке остановились. Хелп получил почему-то кличку Хелп. Мы приехали, у нее футболка была с надписью Хелп. Это прозвание Хелп. А это мы в машине сидим, в фургончике. Я специально подобрал танцевальные вещи такие, чтобы... Видите, да, считаешь, если так будет звучать, ничего.
модные одежды. Да, это мои жизни, решай, да. Это что, заплатили, да? Мы сейчас Киев это собираем на прогулку. Ты был в Киеве? Ну, ну, конечно. Ты вот это будешь, там штатная линия, там это у них, как у нас, это гостинка была, там у них подсадку забирала. Покричать. А сейчас вобли виноплясово, там, знаешь, там все такое, да. Там огни есть какие-то. Мне больше на вобли виноплясово нравится. Это Софья. Софийский собор. Самое, чтобы звук записался, может быть, с тобой зря это, да нет? Только не видно. Сразу же настраивает артишку. Артишку выпили, а Лев Николаевич довольный. Потом у нее есть, это она срабатывает, и там перегревает. Русский смена всем. Там Кемпер управлял себя. Что мы, мол, эти иностранцы? Ну, как бы тогда хрена. Русский смена всем. Нет, все драмы готовы. Нормально. Русский смена всем. Зато потом удобнее, ведь кусующий видит, понимаешь, и пойдет и ходит, там без проблем будет, не то, что сейчас пути. Какая? Так, маленький танц. Ты мне говори, когда управляй процессом, пока я на какую-то кнопку нажимаю. Да, мне надо будет, да, подключать тебя здесь. Это нормально. Вот она, самая наша любимая песня. Прямашечка. Это всегда была такая. Вы же все портвинки, я помню, да, тогда? Камеры это... Ну, пока порастаем, там срезаем. Голова. Не, видно, не надо. Оставь так нормально. Лучше не будет, я тебе говорю. Я просто уверяю. Ну, сам срезаем. Видишь, это... Все, развешено, мы как посмотрели. Ну так уменьшить, иначе надо, тогда надо чуть-чуть поменьше просто, мы наехали слишком сильно, понимаешь? Сейчас отъедем и все, все. Не останавливай, сейчас я отъеду. Мы уже в Одессу едем. Вот, вот так, вот она полностью, видишь, сейчас. Это мы разделились, Валерка с Лёвкой уехали вперед, они уже в Одессе, а мы сели, там уже интересно, тут нейрохирург. Я, говорит, мог бы там это... У меня знакомых там близко присылают. А мы уже дошли по двух. Слева по двух. Вывезло. Вот Одесса. Понимаешь, он сидел, воняет, воняет, воняет. Он уверен. Не попало, живет сам. Лично. Ага. Спишь, а? Это Валерка, да? Своя женщина. Или Лёвка, я не вижу. Это Лёвка. Лёвка. Вот радость. Лёвка купил в Одессе ремень. Модные были ремни, знаешь. А вот сейчас я так же езжу, Виктор Павлович, так же езжу, точно так же купаюсь каждый год. Ну да. Не так, ты приезжаешь туда на поезде, на поезде. Да, нет, конечно, разница есть небольшая, да. А деловые уже подтверждают, обсуждают ситуацию. Мы это близко говорим, я не знаю, как пойдет. Да, слышно и не слышно ее или нет, все плохо. Я сейчас не
я тебе принесу. Thank you.
переживать буду. Я все переживаю. Понимаешь? Я хочу, чтобы хорошо было. Я хочу, чтобы хорошо было. И, честно говоря, это не ступа. Народа много, понимаешь? Но я хочу, чтобы хорошо было. Я за всех один момент отзываюсь. Людей-то не будет, я не буду. Ну что, переживет, я не буду. Танцевать, я специально такой танцевать. Рим, что ли? Это я. А это ты, да? Смотри, какая водичка. Хорошо получилось, да. Вот мне что, не било, ты что, не А что мне било, так не Я не знаю, то, что цвет был не очень хороший. Да, все равно, да. На видео такое, знаешь, что лучше сейчас получается. Там не собираешься покупать? Это что-то хорошее умножение, понимаешь? А что, жизнь здесь сейчас продолжается, понимаешь? Я, если захочешь, я тебе могу переписать, пожалуйста, самые современные. Тоже интересно, понимаешь? Я тебя с удовольствием. Я даже переписал чужих людей, понимаешь? И то, я думаю, какая разница? Вот потому что это вся атмосфера, ну там люди знакомые есть, все равно интересно. Там деньги, я есть. Чего? Не хочешь? Да хорошо. Я очень долго, понимаешь, очень трудно на компьютере хорошую музыку делать. Очень трудно. Я вообще, это редко кто такое показывает. Это очень трудно создать через компьютер, понимаешь, что такое звук. Вот something.
какая-то после этого выделать, да? Наверное, я как-то понимаю, да? А у меня власть какая-то выработала. Она, да? Она в каком выделает власть? Через пять. А, она надо старше власти, да? Ну, вот это вот результат, понимаешь, это вот это все. Посмотри потом более внимательно, более спокойной обстановке, когда будешь смотреть, потом и все. Там хорошо сейчас, да, это я думаю, знаю. Как он, кстати? Ну, этой песни вот 4. Нет, все, все хорошо сейчас. Мне кажется, уже поздно играть, когда не играли, да, в то время? Кажется, уже все, закончили. Или нет? Или еще продолжали? Даже разогнали? Там это от камеры зависит, от камеры делается. Камера автомат, автомат здесь ничего не делает. Еще один стоит. Камера автоматически. Она настраивается. Sony еще сидит, знаешь, Sony еще плохо подстраивается, она же на автоматическом плохо дает. Она очень плохо, когда вот меняется, она автоматически работает. Я просто в Эстонии работаю, с Hitachi лучше намного. О, там тебя Вот столько ты понимаешь, что это. Все мои разные места.
просто. Я столько времени сейчас недавно заплатил. Так ничего не хуже, нет, больше. Ничего не хуже. Потом все видеоклипы, если я бою терпение, я покажу клипы с вами. На каждом клипе я тратил 3 дня, не меньше, 3-4 дня, на 3 минуты. Я примерно на 40 минут сделал. Зато там 4.